5 апреля Харьковский национальный университет радиоэлектроники посетили сотрудники компании Siemens, где состоялась встреча с представителями университета. На встрече обсуждали детали дальнейшего сотрудничества. Siemens как лидер в производстве и внедрению технологий, связанных с электрификацией, автоматизацией и цифровизацией, заинтересован в развитии своих решений совместно с наукой, с университетами и в том числе тоже заинтересован в оборудовании лабораторий, чтобы студенты изучали уже современные техники, в том числе на программном обеспечении и hardware компании Siemens. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы выпускники самых хороших университетов начинали стажировку или приходили на работу в компанию Siemens. 10 лет назад компания предоставила оборудование в лабораторию программирования промышленных контроллеров Siemens, кафедры медиа-инженерии информационных радиоэлектронных систем. На этом сотрудничество не заканчивается, и в ближайшее время фирма обещает обеспечить университет современной техникой и оборудовать новую лабораторию. Siemens заинтересован в поднятии уровня подготовки наших специалистов до современного, а также дальнейшей работы с ними. В целом, будь-яка співпраця с потужними институтами виробництва та бізнесу завжди є позитивною. Корпорація Siemens відома в всьому світі, в додатковому представленні не потребує. Тому, як кажуть, наука без теорії є сухою, а теорії практики без науки взагалі не може існувати. Тому студенти отримують прекрасну базу при співробітництві університету та корпорації Siemens для навичок отримання можливості користуватися сучасним обладнанням, сучасною апаратурою. ВИШ отримує надійного партнера західного, і в цілому можна буде працювати над спільними темами, на майбутнє комерціалізовувати наші наукові розробки.